Лучших школьниц и студенток выбрали. Финал конкурса «Мисс Студентка 2013 «Школьная краса» прошел в эту субботу во Дворце искусств поселка Энергетик. Участницы от 7 до 25 лет выступали в 4 возрастных категориях. Маленькая принцесса, юная краса, школьная краса и мисс Студентка. Творческая, эмоциональная и амбициозная Валерия мечтает побывать в не менее эмоциональной и прекрасной Италии. Девушки прошли несколько испытаний, демонстрировали самодельные костюмы и платья от спонсора, показывали свои визитные карточки. Кстати, в этой номинации творчество оценивали только у студенток, поэтому участницы приложили максимум усилий и попытались удивить жюри вокалом, хореографией, видеопрезентациями, фаер-шоу и даже собственной коллекцией детских костюмов. Впрочем, для каждой участницы конкурс стал особым событием, и каждая оценила его по-своему. Важный, замечательный. Сложный, очень сложный. Самый лучший в мире. Почему? Потому что там я раскрою свою душу в нем, свою силу в красоте. Здесь я покажу свой голос и свою всю-всю-всю красоту. Сейчас перед финалом атмосфера за кулисами безумно напряжена. Накал страстей так и витает в воздухе. Хоть участницы и пытаются держать себя в руках, мандраж скрыть не получается. Выбирали победительниц не только судьи. Все желающие могли отдать свой голос в зрительском голосовании или онлайн-голосовании на сайте Janet Models. И вот он, заветный момент. Объявление результатов. Мисс Улыбка, Мисс Грация, Мисс Очарование. Свой титул, как и приз, получила каждая участница. В конце – имена героинь вечера. Титул «Школьная краса» вручается. А вы догадались, кому? Нет, нет, нет. Туз Вероника! Маленькой принцессой стала Катя Дубровина, юной красой Даша Воронкова. А титул «Мисс Студентка» завоевала Елена Харченко. Девушек наградили коронами, лентами, дипломами и золотыми украшениями. У меня нет слов, я не знаю, я очень рада, это так неожиданно было. Очень волнительно, я готовилась, старалась, и превзошло все, да, я рада очень. О, это очень классно. Я не думала, что буду, я пришла сюда ради участия, не за победы, но получилось так, что я победила. Организаторы уверяют, в следующем году конкурс состоится вновь. И вновь будет чем удивить участниц и зрителей. Влада Анцупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».